Жители Иркутской области поддерживают и общественные, и политические организации. В партии «Единая Россия» организовали сбор гуманитарной помощи. Сегодня пострадавшим требуется бутилированная вода, постельные принадлежности, одежда, обувь и, конечно, продукты питания. Желательно то, что долго хранится – консервы, крупы, мучные изделия, растительное масло. Необходимые вещи можно принести в любое отделение партии. В пятницу будем отправлять фуру в сторону Иркутской области, и поэтому мы просим, еще раз обращаемся к нашим соотечественникам помочь. Мы ни от чего не откажемся, потому что мы понимаем, что вот именно в такое тяжелое время мы должны быть все вместе, мы должны быть вместе с ними.